Так, ну вот еще на один метод диагностики, просто осмотр. Еще на шапку назад отойди. Так, Максим, да? Ну вот сразу смотрим по плоскостопию. Оно у него, ну самое главное для нас понять, что оно симметричное, видишь, одинаково. Угу. Значит, проблема не отсюда идет. Коленки тоже, вот видно, что на одном уровне, да? Но грудная клетка, видишь, немножко сюда перекошена вот эта часть, ниже, да? Угу. Видно, да? А плечи... Плечи примерно одинаковые, но шея, видишь, кривошея у него есть небольшая, да? Шея завалена сюда. Значит, есть небольшой сколиоз, но он, скорее всего, идет, если не от ног, то тогда от поясницы, от крестца. Прощупываем вот эти косточки у него подвздошные, симметричные или нет, да? Вроде бы да. Проверяем вот здесь вот эти вот точки, которые в пазинке, да? Угу. Так. Еще наклон, вот я так тоже их, это с наклоном, что вперед чуть наклонились, тогда вот я так тоже проверяю. Да, ну сейчас пока, да-да-да, тоже посмотрим. Ну давай, ладно, наклоняйся. Нет, ты встань и по чуть-чуть наклоняйся, так-так. Давай, да, наклоняйся. Вот, ставим вот эти вот пальцы сюда и угу. Просто видим их мобильность какая. О, видишь, вот эта сторона, вот сразу пошла, видишь, вперед. Выше. Выпрямись обратно. Угу, да, вот. Мобильность с этой стороны гораздо больше. Там, я не знаю, на камеру видно, да, вон боком встать. Чтобы не на стол, вот так вот. Наклоняйся. Вот, мы поставили вот сюда пальцы, да? Наклоняйся, да-да-да. И видно, что вот это выше идет. Теперь опускайся, поднимайся. И опускается он быстрее, гораздо быстрее. Так, что мы еще можем проверить? Наклоняйся медленно. Да, давай сначала с плеч. Плечи опусти вперед, так руки. Голову наклони. Вот, просто смотрим на симметрию. Уже, ну, уже видно по позвонкам. Повернись вот так, чтобы было видно. Угу. Уже видно, что позвонки ушли сюда в сторону, да? Но при этом реберные дуги вот эти, да, они симметричны. Ну, или как холмы, как их называть. Давай, наклоняйся еще больше. Эту часть среднюю. Вот так же просто прицеливаемся, как будто прицел, да? И смотрим позвоночник. Видно, да? Относительно двух вот этих вот. Развернись вот так вот на камеру, чтобы было видно. Вот. Уже видно, что не симметрично. Уже вот эта реберная дуга больше пошла. Еще наклоняйся ниже. Здесь ровно. Еще ниже. Так, здесь вот ровно. И еще ниже. Все. Вот ниже наклоняешься, уже вот это бедро, ой, ягодицы пошли назад. Видишь, значит, есть соляный блок здесь. Здесь, как минимум, искажение пошло. И тут конкретно два позвонка у тебя смещены. Их можно даже фломастером пометить. Пометь, да. Ну, вот, ну тут даже невооруженным, мне кажется, глазом видно. Даже невооруженным глазом видно, да. Так, выпрямляйся. Теперь с шеей. Почему шея вот так вот идет вбок? Непонятно. Но видно на камеру, да, что вот шея сдвинута вот сюда. Вся голова пошла туда. Правильно было бы вот так вот. Даже можно поставить. Вот так вот ты вот ровнее ставишь. Но тебе так не удобно. Мне кажется, как будто левое плечо выше. Да, как будто левее. Проверим. Да, да, она получилась да, выше, да. Просто было вот так вот не поставить. Ну, сейчас примерно одинаково. А так неудобно в шее, да, стоять? А сейчас как-то, да, как-то непривычно стоит. Непривычно, да. Вот, а теперь соедини руки вот так спереди. Вот, и смотрим чисто визуально по вот этим вот расстояниям. Видишь, расстояние немножко здесь больше. Вот можешь руками просунуть. Да, 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 да. Здесь да, даже да, видно даже. У них еще... Есть такой момент вот у спортсменов, что тоже вот сколиотическое состояние, да, как бы визуально, когда смотрим, mm-hmm. когда широчайшая сильно пережата, очень сильно, вот ее расслабляешь, как бы массаж сделал, все, и они раз и становятся на ней. Также у них трапециевидный. Но он больше латинист, как бы, да, вот у него больше здесь вот проблема в поясницу. Да? Да.
Они тазом шевелятся хорошо. Да, да, да. Так, а теперь соедини также руки, только сзади, за спиной. Потому что это уже как бы я понял. Ближе к себе. Вот, сзади больше видно, четче. Угу. Вот, я не знаю, на камеру заметно или нет. Сколиотическое вот это, да? Вот тут шире гораздо. Да, да, заметно. Волки неровные. Заметно. Вот, еще, если сколиоз у человека или нет, можно проверить народными такими средствами. Ну вот раньше, например, встань боком, вот так вот, да. Раньше же не было рентгена, да, или вот МРТ, ну когда-то 100-200 лет назад, же, ну лечили же друг друга люди, да, они что-то делали, как-то проверяли. Смотри, очень просто, с закрытыми глазами соедини вот так вот руки, ладони, одну к одной, да. А теперь вот зажали, поднимаю руки вверх, можно открыть глаза. И вот видишь, вот этот самый длинный пальчик почти одинаковый. Но были немножко, а вот так длиннее гораздо получились, видишь? Вот эта рука чуть-чуть длиннее, видишь? Так, еще раз соедини руки вслепую вместе. Чуть-чуть можешь проверить, вот этот пальчик длиннее. Ну, это настолько незначительно для него, да, у него там просто небольшое искажение в груди есть. Можно даже по языку проверить, когда полностью открывай рот широко, язык высовывай. Вот, немножко язык, видишь, с этой стороны больше вылазит. Вот, на языке также есть акупунктурная точка, которую говорят за позвоночник. То есть здесь у нас на кончике языка, это получается верхняя часть позвоночника, там нижняя, все, убери язык. Да. И еще раз высуни, просто проверить. Немножко он кривится сюда, ну сейчас ты уже расширил, все, убери язык. Вот, но по черепу... Тоже, ну, немножко, видишь, череп с этой стороны чуть-чуть сжат, чем с этой. Но, опять же, это настолько не критично для молодого человека, да, вот, может быть, возраст, это может быть развиться еще больше. Так, ну, давай приступим к этим исправлениям лежа на столе. Крестик, да? Да, лучше снимай. Снимай.